Можно я кусочек покажу Фигаро? Давай. Вот. Который кусочек? Свадьба Фигаро. Я знаю. Маленько, дай так, просто через нос. Спокойно вдохнул. Спокойно вдохнул. При волнении тоже помогает очень. Вот если волнуешься, то мне говорят, я сегодня мандражирую. Да? Знаю, сам проходил через это. Лучше ручки вот так сделать. Психотерапевты говорят, не знаю почему, но говорят. Лучше ручки вместе, да? Или так, кому как ближе. Животиком. Медленный вдох через нос и выдох. И сразу успокаивается. То есть у нас как бы сердце начинает работать в нормальном режиме. Очень важно, чтобы сердце стучало в нормальном режиме, чтобы оно чтобы не было вот этой полиритмии. Успокоились. Особенно, как ни странно, в комических операх. Железных душ, с холодным носом все. С холодным носом. Все рассчитано. Нет сложнее жанра, чем комическая опера. Нет, ну не придумано. Не придумано. Верди петь в 100 раз легче. Вагнер проще петь, чем комическую оперу. Andrai farfallona amoroso, not in giorno d'intorno girando, delle belle turbando riposo, narcisetto ad encino d'amor, delle belle turbando riposo. What, приехали. Соединяй. Ты сейчас отдельно немножко поешь. Вот смотрите, вот когда у нас такая есть, да, вот такая музыка, пунктирообразная. Там-парам-пам-парам. Как поем? Поем всегда. Чего сегодня не хватало в пении? Пения не хватало. Пения! Всегда поем. Какие там слова? Ну, мидрай, фарфалона, мару. Все поем. Легатиссимо. Почему? Да потому что вся танцевальность уже задана в ритме. Ее не надо усиливать. Всегда петь. И всегда петь честно. Чтобы не было, вот если знаете, на компьютере сейчас, компьютер у всех, записываешь голос. И такая колбаса на экране, да? Так вот, надо добиться такого, чтобы не было цезур. Вот в этой колбасе. Чтобы она была сплошной, жирной линией. Да, и когда мы поем сейчас, особенно достать прям. То есть мы поем вверх, а психологически вниз, потому что нам опору надо достать. Понимаешь? Задача. Дикция. Легато. Так. Вверх. Вверх. Вверх, вниз, да? Вверх. Чем выше, тем ниже. Так, и... Кричи на концу фразы. Да. Забыл сейчас, поэтому я тебя остановил. Сначала? Да, сначала. Темп немножко неверный. Быстрее? Да, чуть быстрее. Монпедрай фарфалона мороза. Тормозите, чуть-чуть живее, да? Поехали? Монпедрай фарфалона мороза. Немножко пунктируем. Правильно все в плане пения. Теперь чуть-чуть немножко ритм надо обострить.
Пам-пам-пам-пам-пам. Как бы перевольно пойдешь. Быстрее. Короче, возьми, но профессионально. Long you drive far, far on the road. Да, давай. Монтянай фарфарона морозо, нотин жор, нотин тор, нот жирандо, дебелле турбандо и козо, нарчисетто аденчино дамор. Дебелле турбандо и козо, нарчисетто аденчино дамор. Это нормально, ребят, вы должны понимать, почему это происходит. Потому что у человека сейчас там куча задач. И это только половина из того, что, да, надо сделать. А теперь еще добавляем. Значит, немножко про дикцию забыл сейчас. Немножко чуть-чуть, да? Забыл. Сейчас добавляем. Вот та легкость, которая сейчас появилась, ее оставляем. Все то же самое? Ну, все то же самое. Да, чуть-чуть. Большой театр, Сад. Давай. Нон пьянрай фарфаро на морозо. Грудью снимай, всегда с грудью. Нон пьянрай фарфаро на морозо. Нотин жор, нотин тор, нот жирандо. Это очень хорошо. Спасибо. Да. Еще. Еще. Андрей. Да. Андрей, ты правильно все делаешь, интуитивно или научили, не знаю. Но. Значит, теперь что касается. Мы говорили о том, что касается начала звука. Теперь, что касается конца фразы. Оказывается, не менее важно правильно закончить фразу. И вот данная ария, она очень показательна для этого. И Андрей абсолютно правильно делает. Какое окончание фразы у него? Активное. Снятие всегда активное. Почему? Потому что дальше у нас нет времени на раскачку, как у Верди. Нам надо сразу запеть. У нас сразу идет следующая фраза. И для этого у нас выдох, он же вдох. Мороза. Уже взял. Уже не надо. Закончил. И опять запел. Все так поют. Вот 90% вот неправильно. Неправильно. Еще, что касается западноевропейской музыки, Россини, конкретно Россини и Доницетти. Начало фраз, как правило, если это еще короткие фразы, например, акцентируется, если в русском языке мы посмотрим, акцент будет на сильную долю, ничего подобного. Энонсированный рисморфе. Фача пурлагата морта. Коспитон гюля порта. Наоборот. Акцентируется первая нота в группетто. И это позволяет нам, во-первых, петь в стиле, а во-вторых, петь правильно и легко. Значит, что касается окончания фраз. Для этого существует специальное упражнение на стаккато. Если у человека не получается этот прием. Надо его заставить. Каким образом? Обратите внимание на. Я не дожидаюсь. Можно, но с активным выдохом. А лучше вообще не давать дышать. То есть. Понимаете, нет? Чтобы не было у него
сделать спазм. Заставить. Ну, как бы, ладно, Андрей, это делает. Но обратите внимание на то, как он абсолютно правильно заканчивает фразу и начинает следующую. То есть, дыхание правильно работает. Ну там, плюс-минус. Но я тоже не идеал, да? Но давайте сначала послушаем и обратим внимание на это. В это время Андрей, исполняя, будет исполнять следующие задачи. Перечисляй. Дикция. Не подсказывайте, он должен сам. Дикция, дыхание, легато. Подожди, что с дикцией? Слова. Всегда? Да. Четкое легато. Ясное слово. Легато. Двойное дыхание. Двойное дыхание. И голосовое, да. И дыхательное. Да. И ритм, ритм еще. Так, крещендо. Крещендо, конце фразы. Помнишь об этом? Да. И активное окончание, да. Фраз. И окончание фраз, это и есть начало следующее. Вдох, он же выдох. Вдох равно выдох. Всегда. Вдох равно выдох. И улыбка, да. Но это уже для... за отдельный день. Non piangrai farfalona morozo, not in giorno, d'intorno girando, delle belle turbando riposo, narcisetto adancino d'amor, delle belle turbando riposo, narcisetto adancino d'amor. С этого, вот с этого, с мажорного, та-да-да-да. Там было и произа. И, да, и еще. Вылетело, да? Потому что если по горизонтали, она всегда сипанет или хрипанет. И, ну, мы же русские, мы там вот. И. Как? И. Через ю. И. Серьезно? Ну, хрипанет, не улыбаешься. Нет, ну он... Как бегемотик. И, раз, рук. Всегда металл должен быть в голосе. Всегда. У тебя он есть. Слушай его всегда. Зумер. Маска всегда должна озвучивать. Но и грудь тоже. Соединяем грудь с головой. Таким образом. Можно такт до меня? Да. Два. Да. Non piavrai questi bei pelagini, quel capello leggiorno galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Здесь допускается такая «Абина дуэс». Можно. Здесь потом наверх сделать «Уэс». «Подамой». И... Давай. Оттуда же, оттуда же, оттуда же. Же. Почему? И. Пенокини. Кини. Нам пьяврай квести бей пенокини. Молодец. Квель капелло лечьорно галанте. Квель пьяна квеллария бриллянте. Квель вармин. Так же какие, смотри, должно звенеть. Рипоза! Рипоза! Четко скажи рипоза. Рипоза. Не, вот как говоришь, так и поешь. Рипоза! Уже лучше. Четко! Рипоза! Не соединяешь, поэтому хрип идет. Рипоза!
Рипоза! Рипоза! Ребят, верхние ноты всегда поем, да? Если у нас темперамент большой, мы знаем об этом, да? Чуть тише, чем хочется. Но опора при этом максимальная. И при этом с этим... Почему хрип идет на верхнюю ноте? Не соединил. Педагог, по-моему, сидит, да? Нет? Я на начальном этапе его педагог. А, ну так, смотрю, так он... Да. Поэтому у нас ри должно быть громче, чем по. Ри! Когда есть трамплин, мы всегда взлетим. А когда мы не оттолкнулись, как мы? Да? И дальше. Это уже не будем, это понятно. Дальше. Какие слова там? Ну? Да, я вспомнил, я вспомнил. Вспомнил? Давай, только со словами. Подожди, мамаш, оденьте, да? С грудью. Давай, раз, два. Трак, бельгири, пой, фарбако. Гран, муста, чиста, тосако. Чья пан спально, чья вефянко. Сейчас дыхание стояло. Дыхание здесь тоже должно двигаться. Дыхание стоит. Двигаться должно. Раз, два, нет. Раз, два, три, четыре. Стоп. Раз, два, три, четыре. Трак, бельгири, пой, фарбако. Гран, муста, чистретто, сако. Чия бон спала. До нее перешло это. Только не турбан де, а турбан те. Турбан. Турбан. Турбан те. Турбан. Сейчас. Замечание. Вначале Андрей к себе сейчас скажет, что не так сделал, что так сделал. И потом вы, уже исходя, да, из того, что мы знаем. Сейчас? Да, вот. За последний раз то, что ты изображал, что было то, что не то. Не-не-не, надо анализировать четко. Крещендо. Так, забыл, да? Да. Маленько, так. На дыхание забыл. Слова. Слова забыл? Не знал, да еще и забыл. Ребят, вот на самом деле мы бы избавились от кучи технических проблем, если бы Андрей четко знал, о чем мы поем. 50%. 50% технических проблем бы у нас не было. Мы возвращаемся, да, к читке. К читке. Тем более, если это итальянский, читаем. Читаем, вникаем. Тогда мы будем кантанты, тюрбан, тюрбан, каска, каска, и понимать, все будут, не зная языка, люди. Почему? Потому что по закону резонанса мы как понимаем друг друга? За счет языка? Нет. Не только. Мы можем разговаривать на разных языках, прекрасно друг друга понимать. За счет резонанса. Есть такой эффект. Замечательный. Резонанса. Ольга Владимировна, вы не в резонансе со мной. Да. Okay. Да.
За счет резонанса. Резонанс возникает тогда. Во-первых, с композитором у нас должно быть, да? То есть со стилем. Во-вторых, со словами, с драматургом. И тогда душно. Ну а что делать? Кому легко? И только тогда зритель поймет, не зная языка, будет понимать абсолютно все. Даже если он на китайском будет петь. Все будут все прекрасно понимать. Давайте доберемся до финала. Один вечер Та-да-та-да-та-да-дам. Как русские поют? Та-да-да-да-да-да-да-дам. Как надо? Та-да-да-да-да-да-да-дам. Так проще и легче. Моцарт, он не изобретал сложных велосипедов. Та-да-да-да-да-да-да-дам. Та-да-да-да-да-да-дам. Акцент на первую. Ноту. Не долю, а ноту в группе. Montagna per Valoni, con le nevi e il salioni, al concerto di tramponi, di bombarde, di cannoni, che le pelle in tuccioni, all'orecchio fanzischior, non ti avrai quel pennacini, quel capello, quella chioma. Они уже автономны. Думаем, да? Привыкаем думать. Ну, иди к пизу. Non-pew-drive. То же самое non-pew-drive. По-русски как non-pew-drive, фарфалло. Это вот стройбат идет. Как надо. Non-pew-drive. Почему? Потому что non. Нет. В итальянском нет всегда выделяется акцентом. Non. Non più drive, farfalo, namoroso, все наоборот. Понимаешь? Да. Давай. Non più drive, farfalo. Farfalo тоже. Non più drive, farfalo, namoroso. Каждое что видишь? Ну да, сделай. Но объедини. Каждый под общей линией. И крещен до конца фразы. Non piandrai farfalò amoroso, notte in giorno d'intorno girando. Pam param pam param pam param ba, pam param pam param pam param ba. Пам. Вот выдох мы уже взял дыханием, да. Там да дам да 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 запел да. Там да дам. А ты забыл все. Голова встала. Давай. Non piandrai farfalò. Non più andrai farfalò amoroso. Crescendo il cazzo frase. Давай. Dixu. Crescendo il cazzo frase. Non più andrai. Accent non più andrai. Non più andrai farfalò amoroso. Notte in giorno d'intorno girando delle belle torri.